Модернизация цехов и покупка нового оборудования. Алданское агропромышленное предприятие собирается заполнить рынок Якутии собственной продукцией. Сперва молоком, затем мясом, а в перспективе овощами. Наш корреспондент Татьяна Вахнина побывала у фермеров. С первым снегом телочки и бычки Алданского агропромышленного предприятия отметят новоселье. Летом было завершено строительство коровника на 200 голов. Сейчас проводятся отделочные работы и устанавливается оборудование. Поголовье Алданского агропромышленного предприятия составляет 320 голов. 150 из них – дойные коровы. В теплое время года после утренней дойки стадо выходит на пастбище. Пастуху Саджару Тадабаеву за подопечными порой уследить непросто. Впрочем, коровы его слушаются. Ну, хорошие. Не знаю, но мне нравится такая работа. Агропромышленное предприятие было образовано 6 лет назад на базе старого совхоза в селе Якакит. Сегодня сельхозкомплекс обеспечивает молоком ряд крупных предприятий, а также поставляет продукцию на рынок. Пастеризация и пакетирование молока осуществляются здесь же, на молокозаводе. Осенью 2016-го планируется его модернизация. В дальнейшем мы планируем открыть цех по производству творога фасованного, масла фасованного, сливки пастеризованные, сметана. И все это упаковывать. Скоро агропредприятие освоит выпуск мясной продукции. Оборудование в убойном цехе установят в ближайшие недели. Также в Якаките будут выращиваться овощи в промышленных масштабах. До наступления холодов начнется строительство трех теплиц. Первый урожай помидоров и огурцов агропредприятие получит уже в следующем году. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, НВК Саха, Алдан.